всем-всем наидобрейшего денечка. У нас следующий день и следующее занятие. Задание. Занятие. Ну, смотри, что ты там. А что ты их, которые уже сделала, убирай их вот сюда куда-нибудь. Ладно. То она все время тянется к это, к предыдущему дню. Я их оставляю, чтобы ты забываешь. Да, я забываю. А снова прыгать на батуте. У меня будет доказательство. Они все в первом кармашке. Нифига себе, ты вообще наглая. Че? Тогда вообще не я должна делать. Составь меню. На Новый год меню у нас 15. Занимается. А что, два будет меню? А, ну составить-то можно. Вот. Ну, так я же говорю, 50. Составить меню. Хоть 50 можно разыграться. А 15 блюд это и горячие, и закуски. Да, просто какие-нибудь варианты, то есть накидать, может, кому-то и пригодится. Иногда же бывает такое, сидишь и думаешь, а что бы приготовить? И самое простое даже забываешь. Вот у меня такое часто бывает. Вот фея. Они развлекаются. Фея, дядюшка. Дядя. Говорит, а я вот тоже тут такая вот. Вот она всегда вот такая испуганная. Да. Давайте, давайте, выбирайте подарки. Ты что боишься? Скажи, да страшно, ты меня так высоко подняла. Ты такой. Носом. Скажи, ты что, я в тебя буду тыкать носом. Я буду тебя тыкать носом. Галя, ты такая? Да, да скажи, я боюсь высоко. Ну, Вася, пойдем, Мила, с тобой. Ты там меня можешь, давай. Да. Чё? А дядюшка говорит, господи. А вдруг будет здесь эти, скажи, вкусняшки на усе. Да, скажи, я вкусняшки люблю. Вкусняшки я люблю. Тут у нас подарков, кстати, меньше-меньше у тебя становится. Тут да, потому что я не подкладываю. А я подкладываю. Ты подкладываешь. Я вижу, кто-то что-то пахает. Ай-яй-яй, фея, как не стыдно, я не покажу подписчикам. Фея, это ужасно. Ты коварное животное, отвернулась и наковарничала. Фу, какая безобразница. Фея, ты кака. Ты кака закаляка, фея. Я не я, говорит. Такая пакостница вот она у нас. Вообще. Милуся, ты не такая. А чё там, а чё там, а чё там? А чё там, а чё там, а чё там? Бабки. Бабки. Бабки для бабки. Я бабки положила, да? Та-дам. А, красота, красота. Когда же мы баню-то с тобой затопим-то, а? А здесь зайка, пандочка, тигренок и кошечка. Ты обязана это показать в действии. Да, я покажу. Придется в разные дни делать. А сегодня буду панда, сегодня буду... Ну, хоть одну какую-нибудь, что действительно там эти панды-то... То есть тут даже что... селфи делать надо. Да. Видишь, селфи, та-дам! Девочки вот так нарисованы. Они еще с таежными ягодами, с малиновым соком и лаванды, с экстрактом бамбука и с соевым маслом, с экстрактом водорослей и белым... Мхом. Главное, самой мхом не покрыться после этих масок. А вот и теперь я в мох. Да, я в мху. Милуся так смотрит, типа, а мне? Я тоже хочу. Может быть, мама выберет вам что-нибудь. Она с такой тоской смотрит, конечно. Вкусняшек-то давно не едали, да? Да. Не едали, не видали. Обалдеть. Так что это мне. Мы всех целуем, обнимаем. И завтра опять новый день адвента будет. Опять подарочки. Да, будем смотреть. И уменьшаются, и подарочков все меньше, и меньше. Вообще. Всех целуем, обнимаем с наступающим Новым годом.